Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Ростислав Філевський, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції «Самопоміч», представник постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин та екології. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Ростислав Ніколаєвич, тема важна и актуальна. 7 сентября глава областной, Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил о том, что мэр города Николаева Александр Сенкевич должен написать заявление о сложении полномочий. Городской совет Николаевский должен самораспуститься, и это будет на пользу общине. Сегодня на календаре 18 сентября. Прошел некий промежуток времени. В этот промежуток времени город был отвлечен на подготовку и, собственно, празднование Дня города, 228-й годовщины. Тема так немножко ушла на второй план, но не исключено, что вернется. Поэтому, вот, если можно, с точки зрения не просто депутата городского совета, но и с точки зрения еще и квалифицированного юриста. Самороспуск, возможен ли он? Ну, давайте будем оперировать, скажем, тем, что есть сейчас в законодательстве. Без выдумок, без каких-то предположений. То есть есть закон о местном самоуправлении, статья 78, которая предусматривает четкие исчерпывающие основания для досрочного прекращения деятельности соответствующего совета. Это есть моменты, три момента в части первой, то есть когда включается в связи там, с оккупированными территориями временная военная администрация, когда городской совет не проводит сессии, либо не решает те вопросы, которые должен решать без уважительных причин, когда городской совет принимает решения, которые противоречат законам Конституции, игнорируя при этом соответствующие требования компетентных органов об устранении этих нарушений и приведении в соответствии с законом соответствующих решений. Плюс это есть механизм местного референдума, который в части 2 статьи 78 предусмотрен, который сейчас является более декларативным, поскольку закона о местном референдуме на сегодняшний день в Украине нет. При этом есть круг лиц, которые имеют право вносить соответствующие предложения в Верховную Раду для досрочного прекращения этого созыва, да, и назначения внеочередных выборов. Это есть либо городской голова, либо председатель местной областной администрации. Другие лица в законе не предусмотрены. Поэтому понятие самороспуска не существует. Разве что вдруг в один прекрасный день, в одно прекрасное утро, да, большинство депутатов, то есть более половины, решатся написать заявление о сложении себя полномочий, и последующие в списке кандидаты в депутаты также откажутся, скажем так, входить в состав городского совета по закону о местных выборах. Тогда сам совет будет нелегитимен, и тогда, собственно, будут основания для досрочных выборов. Но, опять-таки, это сопряжено с определенными процедурными моментами, которые растягиваются очень долго по срокам. Хорошо. Когда глава областной государственной администрации, применительно к нашей ситуации, Алексей Савченко, призывает городской совет самораспуститься, а городского голову уйти в отставку, не вмешивается ли он не в свою компетенцию? Ну, в данной ситуации комментировать его компетенцию, наверное, будет я, не совсем этично. Есть закон, он же прописан каким-то образом. А в данной ситуации, как я уже сказал, по 78 статье закона о местном самоуправлении, он имеет право по основаниям, которые предусмотрены в этой статье, обратиться к Верховной Раде о досрочном прекращении полномочий городского совета. Если он это сделает, это будет его право. Но требовать самороспуска, да, но это немножечко не то, что предусмотрено в законе. А вы как депутат городского совета, когда, собственно, прочли эту новость, у вас была какая первая реакция? Вы знаете, мне сложно вспомнить свою первую реакцию. У меня сейчас, скажем, ощущение того, что было сказано, это ощущение такого пиар-призыва к тому, что давайте вот что-то будем менять.
То есть на уровне реальных действий для меня это не видится. Почему? Потому что, ну, так или иначе, для того, чтобы что-то произошло, оно должно произойти в рамках закона, в порядке, который предусмотрен законом, а это сопряжено с процедурами и со сроками. То есть сейчас возможно, этого не будет. Возможно, так совпало, но заявление главы областной администрации прозвучало с утра ровно на другой день, после того, как бюджетная комиссия Николаевского городского совета, ну, я не побоюсь этого слова, буквально высекла его заместителя Валентина Гайдаржи, который пришел просить 50 миллионов гривен из городского бюджета на аэропорт. И это вот, ну я не знаю, вы знаете, или я придумываю? Это сложно связывать, потому что по факту, если мы посмотрим последнюю внеочередную сессию, да, 24 миллиона было отдано. Но это уже произошло после заявления главы областной государственной администрации. Возможно, но в данной ситуации эти 24 миллиона в моем видении отданы без соответствующих обоснований. То есть призывы к тому, что вот да, нужен аэропорт, да, нужно его запустить, он должен работать, это все хорошо, но в конечном итоге мы не видим бизнес-плана. А вообще, когда и за сколько? То есть анонсируются суммы изначально для того, чтобы он полноценно работал, подходящие под миллиард. В данной ситуации, ну да, проведем параллели с бизнесом. Ни один бизнесмен не будет делать вложений, пока не будет понимать перспектив, пока не будет понимать хотя бы точку безубыточности. Я просматривал определенную аналитику, где говорилось о том, что точка безубыточности, это, насколько мне помнится, говорил нынешний глава коммунального предприятия, директор коммунального предприятия, это порядка 250 тысяч пассажирооборота в год. При том, что соседний Херсон, который соизмерим с нами, скажем так, по объемам, может быть, город даже меньше, там на там, 200 тысяч, да, но он имеет 60 с копейками тысяч пассажирооборота, и он в убытках. Никто не говорит о том, сколько у нас будет, то есть для того, чтобы 250 тысяч летало, да, в год, это половина населения города. Александр Николаевич, вот о решениях последней сессии внеочередной Николаевского городского совета, если можно, чуть ниже. Вот все-таки давайте под этой чертой возможного самороспуска, либо роспуска под этой историей подведем некую черту. И потом, ну, собственно, где-то приблизительно в это же время появилось два проекта постановления Верховной Рады, инициированных двумя депутатами, один из них наш Николаевский, другой, собственно, периодически приезжающий сюда. Один из них предусматривает роспуск городского совета, другой предусматривает, собственно, отставку городского главы и роспуск городского совета. Судя из того, исходя из того, о чем вы выше сказали, кто может, собственно, инициировать вот подобный проект, эти проекты постановы тоже не очень юридически состоятельны. Я правильно понимаю? Ну, давайте понимать, что Верховная Рада – это наш высший законодательный орган. И они как раз вправе менять правила, да, во время игры. То есть для того, чтобы реализовать эти два проекта, да, как минимум нужно внести изменения в ряд законов, которые действуют на сегодняшний день, да, предоставив право депутатам Верховной Рады вносить соответствующие законодательные инициативы. Это первое. То есть гипотетически, если мы представим, что это произойдет, да, то это вполне реально. На сегодняшний день в том законодательном поле, которое действует сейчас, это, скажем так, более пиар. И это нереализуемо, поскольку одно дело внести законопроект, другое дело его принять и другое дело его обнародовать, чтобы он вступил в силу. А боюсь, что он может застрять на комитете, который просто в силу вот изложенных выше причин и обстоятельств, в силу того, что они не являются субъектами внесения такого законопроекта, может этот законопроект, скажем так, застопорить. Он будет существовать в зарегистрированном виде бесконечно долго, не имея возможности на реализацию. То есть, ну, подводя определенную черту, нам нужно понимать, что в зиму, как минимум, мы входим со старым составом городского совета, с существующим городским головой, да, и нам с этим жить. Как минимум до весны. Это, а что произойдет весной? Ну, до весны это номинально возможный срок, да, для прохождения этих процедур, для того, чтобы, возможно, если будет соответствующая политическая и иная воля, принять соответствующие решения, в том числе
глава областной администрации может обратиться к Верховной Раде с такой инициативой, что в рамках его полномочий, для того, чтобы Верховная Рада рассмотрела соответствующее обращение и приняла по существу то или иное решение, которое обозначило в постановлении. То есть это, возможно, весна. Хорошо. Но тут же вот мы так уже немножко подзабыли, но эта история, собственно, точка не поставлена, а именно история, связанная с инициативой Сергея Михайловича Исакова, известного общественного и политического нашего деятеля, на самом деле очень уважаемого, например, мною человека, я думаю, многим николаевцами в том числе, который инициировал и, собственно, подготовил соответствующий проект решения Николаевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Николаевского городского головы Александра Федоровича Сенкевича. Ну вот, когда вся эта история развивалась в течение лета, там называлась как некая сакральная дата 31 августа. Ну, собственно, 31 августа произошло то, что, когда собралась сессия городского совета. Ну, состоялось то, что состоялось, но потом выяснилось, что, собственно, этот проект и не планировалось вносить. Вроде бы. Во всяком случае, Сергей Михайлович так прокомментировал нашим коллегам из НИК Вестей. Он сказал, что я не планировал его вносить из волоса, а в повестке дня этого проекта не было. Все, тема закрыта? Полагаю, что нет. Ну, давайте говорить о сакральной дате там, 31 августа. Да, эту, в кавычках, сакральную дату предложил сам городской голова. То есть он так бравурно сказал, что да нет вопросов, мы внесем этот проект решения, да, мы его отголосуем, и я начну там иные процедуры уже в отношении Исакова. Но сказать это одно, как мы понимаем, а сделать это совершенно другое. И с учетом того, что право вносить соответствующий проект в повестку дня изначально за городским головой, ну, каждый может для себя сделать выводы, почему он не внесен. Что касается Сергея Михайловича, насколько я знаю эту ситуацию, то, встречаясь с ним на комиссиях, в частности, я знаю, что там создаются определенные препоны в прохождении комиссии, то есть по законности, которая не собиралась, по-моему, более месяца, для того, чтобы рассмотреть еще дополнение к этому проекту. Почему? Потому что проект основывается на прекращении полномочий городского головы в связи с нарушением требований законов и Конституции. Насколько я знаю, у Сергея Михайловича есть дополнительные, скажем так, основания, в том числе облеченные в судебное решение, вступившие в законную силу, которые так или иначе необходимо согласовать, вывесить на сайт, да, и пройти соответствующую комиссию, без чего невозможно выносить этот проект в зал, и без чего в случае его принятия ну, можно быть уверенным в его легитимности. То есть основное это есть проект, подготовленный в соответствии с требованиями закона, по процедуре, которая предусмотрена законом, и проголосованный по закону. Вот это три кита, на которых должен стоять любой проект решения городского совета. Я полагаю, что как человек последовательный, Сергей Михайлович так или иначе будет доводить этот вопрос до конца. Я как просто житель города Николаева не верю, что этот вопрос сегодня может набрать, в сегодняшнем сессионном зале может набрать необходимое количество голосов. А вы? Верите? Вы знаете, мы не играем в ромашку, верим, не верим. Мы говорим о том, что в каждом вопросе должна быть достигнута критическая точка, которая будет являться переломом, да, для чего-то иного. Возможно, этот проект решения не, скажем так, не наберет голосов, но он должен как минимум подтолкнуть людей, которые, скажем так, вовлечены в принятие либо непринятие этого решения, к тому, чтобы задуматься, что надо что-то менять, не что-то менять, а менять конкретные вещи, менять вектор, который на сегодняшний день, ну, в моем видении, извините, старый, и он ведет город в никуда. Это мое глубокое убеждение. Хорошо, но я не могу не спросить. Ну, допустим, такую гипотетическую ситуацию, что и проголосовал городской совет за досрочное прекращение полномочий. Остается исполняющий обязанности городского головы. Это секретарь городского совета. С заместителями действующими городского головы, которым, извините, только ленивый там не избивает, не будем называть фамилии, но некоторых замов городского головы. Ну, мне кажется, еще хуже, или я ошибаюсь.
Смотрите, давайте будем безотносительны к тому, что хуже, что лучше. Только время может показать, что хуже, что лучше. Другой вопрос. Мы не можем сбрасывать со счетов, что очень много зависит от руководителя. Я задам вопрос и думаю, что горожане, в принципе, зададутся таким же вопросом. А много ли мы знаем примеров за последние 2 года, чтобы за все вот эти промахи хоть кто-нибудь был привлечен хотя бы к дисциплинарной ответственности? Кому-нибудь хотя бы там, извините за грубое выражение, влепили бы кому-то выговор, да? Кто-то бы пострадал как бы на деньги, что не получил бы премию и так далее. Нет, все хорошо. От кого это зависит? От руководителя. То есть нету контроля. Я полагаю, что при изменении, скажем так, лица, которое дает распоряжение и контролирует их выполнение, и, соответственно, жестко наказывает в случае невыполнения, поменяется подход, поменяется вектор. Потому что почему являются провальными все практически проекты решений, которые есть за последние 2 года? Потому что они подготовлены, ну, мягко говоря, некомпетентно. Я об этом могу утверждать по результатам работы комиссии земельной. Почему? Потому что, ну, за редким исключением, там, где, ну, есть очевидные моменты, когда у людей право собственности, да, когда им нужно давать просто землю, и город на этом должен зарабатывать, на аренде земли, потому что недвижимость никуда не улетучивается. Она стоит, в частности, на земле городской, но город от этого почему-то ничего не получает. А такие проекты решений висят очень долго, и они затягиваются, и они намеренно затягиваются. Более того, люди не получают там, где земля в собственности, да, люди не получают возможности там ее, ну, должна быть собственность, ее оформить. То есть, опять-таки, по выкупам очень большой вопрос в проведении, в частности, оценки, которые очень много вопросов. То есть, если говорить о том, что это должно работать по закону, это должно работать по закону и должно работать в сроки, то есть быстро. А для того, чтобы решить любой земельный вопрос, любой, месяца недостаточно. Это растягивается на полгода, год и более. Это ненормальная ситуация, это незаконная ситуация. И эту ситуацию надо сейчас в нее вмешиваться, сейчас ее пресекать и расставлять все по своим местам. А кто это будет делать? Городской голова почему-то этого делать не хочет. Ну, я еще раз говорю, все-таки возвращаясь к мы обсуждаем гипотетическую абсолютно ситуацию. Этот городской голова не хочет, но будет исполняющий обязанности. Будет по-другому. Человек со статусом исполняющий обязанности. Когда еще Верховная Рада снизойдет до или увидит необходимость назначить выборы? Ну, это же мы просто... Смотрите, по закону на сегодняшний день в случае отсутствия городского головы, да, исполняет обязанности секретарь городского совета. На сегодня Татьяна Викторовна Казакова. Татьяна Викторовна Казакова. Беседуя неоднократно с Татьяной Викторовной, в том числе и на комиссиях, да, я четко понимаю, что у нее есть очень правильные посылы. То есть и очень правильные требования, уже как у чиновников в большей части, да, в том числе земельному управлению. Безусловно, предложение поспорить с Антоном Тарупаловым на шампанское там вот в дискуссии вокруг нормативно-денежной оценки земли, это то, что называется уже вот, ну, выплеск, некая эмоция, которая вот человек держит ее в себе, да, а потом вот. Ну, так мне кажется. Ну, вы знаете, давайте отграничивать эмоции, да, от дел. Не, я о том, что накопилось на самом деле. Накопилось. И не только у Татьяны Викторовны. Накопилось у Сергея Михайловича, накопилось у меня. Почему? Потому что я, как профессиональный юрист, да, имеющий достаточно длительную практику, не могу и не буду мириться с тем беззаконием, которое происходит. И всячески каждый раз на комиссиях, на сессиях, если вы обратили внимание, я четко высказываю свою позицию и требую восстановления закона. Тот же закон о доступе к публичной информации. Ну, казалось бы, ну мелочь, 20 дней. Но эти 20 дней не просто так предусмотрены. Эти 20 дней рабочих, а это месяц, по сути, как бы полный, когда городская громада имеет возможность ознакомиться с тем, что вообще предлагается. Когда городская громада имеет возможность пресечь что-то, вмешаться во что-то, это называется гражданским обществом. Это называется возможностью, да, влияния на какие-то решения управленческие, либо хозяйственные, либо стратегические для города, на которые громада имеет право. Не размещая на 20 дней проект решений, что делаем?
Да мы лишаем громаду этого права. Это раз. Второе. Почему это делается? Потому что все боятся в силу некомпетентности в подготовке того или иного решения за него ответственность понести. Вы видели хотя бы под одним решением подпись, кто его готовил? Есть субъект подания. Пишут городского міського голову. Александр Федорович Сенкевич. Везде практически. Ну или исполнительные органы совета. Общо. Конкретная фамилия Иванов, Петров, Сидоров, которому можно в конечном итоге прийти и сказать: Иванов, а ты чем руководствовался вот здесь, когда в проекте решения по земле, да, где должен быть конкурс, ты написал просто отдать, которому придет следователь и задаст этот вопрос. И это не праздно. Это должно быть, и должно быть по закону, для того, чтобы был порядок в городе. И пока этого порядка не будет, у нас ничего хорошего не будет. Хорошо, на фоне вот этих всех событий, которые там развивались вокруг 31 числа, там зазвучали в очередной раз представители, собственно, коллег по депутатскому корпусу, скажем так, демократическим силам в городском совете объединиться и вот единым фронтом, ну и поддержать, собственно, вот как-то так там это звучало, если в общих чертах. Есть ли такая возможность, как вы думаете, как представитель этих демократических сил, представитель фракции «Самопомощь»? Ну, смотрите, в данной ситуации я помню такие призывы от главы фракции БПП Крыленко, в том числе на страницах наших интернет-СМИ. Когда вот мы шли на выборы, да, я говорю сейчас там о себе, о Сергее Михайловиче, о Татьяне Михайловне Сусловой, мы давали определенные обещания горожанам. Мы имели определенные планы и стратегию для того, чтобы поменять правила игры в городском совете. То есть их, во-первых, установить, сделать их максимально прозрачными. Они априори должны соответствовать требованиям закона, да? И каждый горожанин, приходя в городской совет, четко должен понимать алгоритм, что он сегодня зашел, да, через 10 дней он или там через месяц пришел, получил решение, результат. И это понимание дает городу развитие. Но по факту, наверное, оказалось, что такими людьми, либо мечтателями, да, были только мы втроем. Потому что по существу работы коалиции этого сказать нельзя. Как сказал вот коллега Дятлов на вашем, в том числе, эфире, да, что коалиция просуществовала там один день, это на сессии городского совета. Проголосовала за один бюджет за один города бюджет. Николаева. Да. Но давайте подумаем и посмотрим, почему коалиция долей не существовала. Что есть коалиция? Коалиция – это есть, прежде всего, идеологически направленное объединение, да, политических сил. То есть должна быть одна идеология, должна быть одна стратегия. И если есть договоренности в рамках закона, да, то они должны соблюдаться. Проголосованный тогда бюджет с определенными правками, он не будет в любом случае идеальным, так или иначе не исполнен. То есть те гарантии, те обещания городского головы, которые давались в том числе на нашей фракции, в отношении там, перспективного развития по определенным направлениям, в том числе ЖКХ, по решению тех вопросов злободневных, которые нужны людям, они, вот, в частности, по моему округу, не выполнены вообще. В этом году я вообще молчу, на мой округ, по рекомендациям, которые я давал департаменту ЖКХ, департаменту финансов, не выделено, выделено 200 тысяч. То есть это даже не капля в море. И при этом ко мне приходят горожане, да, с жалобами, которые я так или иначе перенаправляю, согласовываю с исполнительными органами совета, говоря о том, что они уже были на приеме у городского головы. Городской голова им обещал и гарантировал. И они задают вопрос: а как же так? То есть до тех пор, пока мы не научимся в рамках коалиции или не коалиции выполнять данные обещания, толку не будет. Это первое. Второе. До тех пор, пока не будут готовиться проекты решения профессионально, на основании закона и соответствовать закону, в процедуре, предусмотренной законом, и с расчетом пользы для города, не за что голосовать. Но при этом, если будут вот эти три пункта, я и мои коллеги, я убежден в этом, будут голосовать с любым составом городского совета. Будь то БПП, будь то ОПОБЛОК, будь то наш край. Если будут вот эти три пункта соблюдены, мы будем голосовать.
понимая, что это важно, это законно и важно для города. И город от этого что, получает конкретную пользу. В ином случае это есть нарушение закона. Поэтому, когда наши коллеги говорят о том, что давайте создавать коалицию, как говорят в Одессе, а давайте без давайте, давайте. То есть давайте будем делать. Давайте вносить конкретные проекты решений, которые будут соответствовать закону, пройдут соответствующую процедуру, будут просчитаны последствия для города, да, и мы будем понимать, что город в определенную единицу времени получит определенную пользу, давайте будем их выносить в зал и голосовать. Давайте не заниматься спекуляциями и манипуляциями. Посмотрите на проекты решений, которые там, например, о принятии в коммунальную собственность тех или иных объектов. Вы видели хотя бы один экономический расчет в отношении конкретного проекта решения? Нет. А он прямо предусмотрен регламентом. Мы какое понимание имеем, во что нам станет принятие, во что городскому бюджету и каждому из нас, да, как горожанам, станет принятие того или иного объекта в коммунальную собственность? Его надо содержать, с ним надо что-то делать. Мы знаем об этом? В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев нет. У нас нет управления экономики? Есть. У нас нет управления коммунальной собственности? Есть. Чем оно занимается? Да ничем. По существу они получают деньги ни за что. Их реальная работа – это пояснительные записки к проектам решений, выкладки конкретные, в том числе выкладки, когда они говорят, нет, этот объект нельзя принимать, он нам дорого станет. И мы с ним ничего не сделаем, город им не может воспользоваться. В то же время городской голова говорит, а давайте принимать все, вот, а потом будем продавать. Да, это замечательная мысль. Мне она понравилась тоже. Ну, может быть, эта мысль замечательная, но, скажем так, если как мы хотим эффективности... Возвращаясь к хрестоматийному советскому мультфильму про героев Простоквашино, чтобы что-нибудь ненужное продать... Надо что-нибудь ненужное купить. Вот. Так, а мы это бесплатно берем. Ну, и тратим на это определенные деньги. На содержание. Последняя внеочередная сессия Николаевского городского совета приняла достаточно серьезных вопросов. У вас на сессии не было. Я думаю, люди обратили на это внимание, потому что меньше было возражений по поводу проектов решений, которые вносились в зал. Но я не могу не спросить, почему у вас не было. В общем-то, принимались принципиальные решения, и было видно по количеству депутатов, что кворум-то так он, ну, вот, в общем, собирался непросто. Ну, во-первых, если будем говорить о последней внеочередной сессии, то она анонсировалась на 14 сентября. Об этом говорили, собственно. Решение в отношении того, что она состоится 13-го, было, насколько я понимаю, принято 12-го, менее чем за сутки. Там вопрос облтеплоэнерго был рассмотрен, а он то, что не был в повестке дня. Да, ну, все же понимали, что он будет. Я, наверное, вот сейчас говорю какую-то глупость с юридической точки зрения, но 15 октября мы все начнем мерзнуть. Смотрите, в данной ситуации давайте разграничивать... Догадывались, что было, раз. Поясню, как бы, на первую часть вашего вопроса. То есть менее чем за сутки, когда было оповещение о предстоящей сессии, я просто не успел поменять свои планы. В частности, у меня было назначение по уголовному делу во Врадеевке. Я не смог физически поменять свои планы и предупредить в разумный срок о невозможности, скажем так, прибытия, поэтому вынужден был отсутствовать на сессии, о чем, собственно, на Фейсбуке выложил соответствующие документы. Другой вопрос, что сессия городского совета созвана, опять-таки, в нарушении процедуры. Начнем с этого. Как можно достигнуть каких-то благих, да, целей, идя по заведомо, ну, порочному пути? Ну, никак. Сессия была созвана быстро. Сессия была созвана, кто-то догадывался, кто-то не догадывался о том, какие вопросы будут внесены. Но по факту, если мы посмотрим результаты сессии, что мы получили? Мы получили кота в мешке в очередной раз. Почему? Говорилось много там о вопросах необходимости там, принятия в коммунальную собственность ОКП Николаева облтеплоэнерго. Окей. Город должен иметь собственные мощности для обеспечения граждан теплом. Но вопрос заключается в организационно-правовой форме, в которой это осуществляется. То есть котельные и инфраструктура принадлежит и так городу.
И город имел дискрецию, то есть альтернативу и право выбрать, принимать ли коммунальное предприятие с долгами ОКП, либо по окончанию срока действия договора аренды забрать себе свое имущество и создать собственное ОКП без долгов, внести туда взнос в уставный капитал, забрать наших горожан, людей, сотрудников, которые бы продолжали получать заработную плату, выполнять свои обязанности и готовить город к зиме. При этом оставить ОКП на разрешение, скажем так, в процедуре о банкротстве. Где? Я прошу прощения, а когда заканчивается срок аренды? Насколько мне помнится, 1 мая этого года. Я могу ошибаться, но 1 мая этого года истек срок аренды. И об этом не могли не знать чиновники, которые занимались этим вопросом. Ну, то есть риторика о том, что, собственно, так а что же нам делать, вот уже отопительный сезон, а у нас лицензия на вот на это предприятие, на поставку услуги, ну, а деятельность лицензионная, она немножко вот тут вот расходится в этой части. Смотрите, да? Очень много расходится в этой части. То есть знали ли? Однозначно знали. Имели ли сроки и возможности для получения лицензии и для урегулирования всех формальностей? Безусловно, имели. Тоже касается вопросов там, реализации бюджета, да, в части департамента ЖКХ и других распорядителей бюджетных средств, которые, видите ли, сейчас столкнулись с тем, что нужно проходить экспертизы. Они о существовании соответствующего нормативного акта знали в феврале месяце. Простите, полгода не хватило для того, чтобы растормозиться и найти выход из этой ситуации. Надо было тупо идти и упереться в то, что мы не можем сейчас осваивать деньги, да, потому что у нас нет актуальных проектов, которые бы прошли экспертизу в том порядке, в котором это предусмотрено. И таких вопросов очень много. И не только по ОКП Николаевой области теплоэнерго, не только по освоению бюджета. Такие вопросы сплошь и рядом. Нету стратегического планирования, нету понимания того, что будет завтра, послезавтра и так далее. А без этого, ну то есть, кто может это сделать? Это могут сделать профессионалы, которые постоянно варятся в этих вопросах, которые могут увидеть перспективу, которые могут сейчас найти решение тех проблем, которые будут завтра-послезавтра, и внедрять решение в жизнь. А этого нет. Мы неспроста занимались с самого начала вопросами структуры. Почему? Потому что было понимание, что невозможно, ну, нельзя старую собаку научить новым трюкам, как говорят там американцы. Невозможно тех людей, которые за скорузло уже 20 лет отработали, при том, что, да, есть среди них профессионалы, и как бы они имели бы все возможности перейти в новую структуру, пройдя соответствующие конкурсы. Невозможно со старой структурой, да, запрягать новые сани. Мы никуда не приедем. Старая. Плюс 200 человек штата. Какая же та старая структура? Она другая сегодня. Плюс 200 человек. Вы знаете, она еще не реализована. Безусловно. У нас еще нету, она должна была реализована быть в течение 3 месяца, по сути. Прошло 9 месяцев, у нас нету новой структуры. И новая структура, даже когда она появится в том видении, она будет тянуть город вниз. Нету концепции. У вас постоянно звучит, что, ну, вот как бы подразумевается, что вот есть эти профессионалы, есть физические. Не лукавим ли мы здесь? Есть ли они на самом деле? Ведь скамейка запасных, там, безотносительно там, к действующему городскому голове, к нашему отношению к нему, на самом деле скамейка запасных-то у него не очень большая. Или я ошибаюсь? Вы знаете, наверное, целесообразно быть безотносительным а. к личностям и б. к политическим силам. То есть сотрудники органов исполнительных городского совета должны быть технократами, должны быть профессионалами прежде всего. Ну понятно, должны быть. Где их взять? Нет. Вы знаете, убежден в том, что они есть, и они не позволяют городу упасть, знаете, уже ниже плинтуса. То есть они позволяют сейчас поддерживать ситуацию на том уровне, на котором она поддерживается. Без соответствующей политической воли и правильных управленческих решений, да, дальновидных, они не могут развиваться, им не дают этого. Поэтому нужна база, да, нужна в том числе молодая кровь, и нужна политическая воля и правильные управленческие решения. Ну, по аэропорту вы выше критически высказались.
Собственно, я думаю, ваше мнение совпадает с мнением огромного количества николаевцев, которые наблюдали за всей этой коллизией. Ну, вы знаете, тут вопрос, тут вопрос даже не в аэропорте. Тут вопрос вот в каждом конкретном проекте решения, да, который приходит. То есть, если вы меня спросите, я за аэропорт? Да, я за аэропорт. Другой вопрос, какой кровью, какими силами? Без бизнес-плана, да, который четко будет давать понимать, сколько мы денег вложим и что мы от этого получим, и когда, невозможно принимать подобное решение. Точно так же, как и невозможно принимать подобное решение в отношении любого объекта, либо любого имущества. Поэтому в данной ситуации, тоже касается Жовтнева и ЦРБ, нужна ли ЦРБ городу? Да, безусловно, нужна. Но мы должны понимать, как мы ее вольем в систему здравоохранения городскую, что мы должны для этого сделать, в какое время, какие ресурсы потратить, кого возможно привлечь, чем помочь и так далее. У нас этого понимания нет. В проекте решения вы его не найдете, в пояснительной записке вы его не найдете. Спросите соответствующих чиновников, которые должны за это отвечать, они вам не откомментируют это, они не знают. И мы идем, як то кажуть, у нас в Украине на вмання. Подводя итог разговору, что дальше? Что делать? В данной ситуации подходит зима. И нужно, это очень сужает поле для маневра. И нужно решать злободневные вопросы горожан в этом контексте. То есть политики в городском совете должно быть номинально, а решений управленческих, экономически обоснованных максимально. Поэтому, с учетом того, что мы в любом случае идем в зиму с нынешним городским советом, с нынешним городским головой, нужно, наверное, остановиться, выдохнуть и понять, а какие проблемы у нас будут в октябре, в ноябре, в декабре и так далее, вплоть до окончания отопительного сезона. И решать их уже сейчас, в установленном законом порядке, а не вбрасывать это проектами решения необдуманными, непросчитанными, как это делается сейчас. И в конечном итоге, ну, наверное, не заниматься пиаром, что происходит в последнее время, да, а заниматься работой. Ростислав Філевський, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції «Самопоміч», представник постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин та екології, був сьогодні нашим гостем і відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. Дякую. До побачення. До побачення.